Итак, наше обсуждение потихоньку подходит к концу, и сейчас, может быть, есть некоторая возможность нам попытаться сформулировать... В чем же такое принципиальное ключевое различие между православием и протестантизмом? Где-то точка, где эти две конфессии расходятся, где-то причина, из-за которой вот так много разницы и в обрядовости, и в практике, и в благочестии, и в вере, и в каких-то остальных вещах. И на самом деле мы не случайно так много времени посвятили с вами сатериологии, учению о спасении, потому что понимание момента спасения, оно как раз наиболее принципиально. Я просто напомню, с протестантской точки зрения спасение заключается в следующем. Человек обращается к Богу, раскаивается пред Богом, с покаяния начинается вера, и вот это вот покаяние человека меняет взаимоотношения между человеком и Богом. Благодаря смерти Иисуса Христа ему прощаются грехи, он соединяется со Христом и живет теперь не просто своей какой-то самостоятельной независимой жизнью, но живет жизнью вместе со Христом. Понятно, что протестанты на какие-то разные нюансы обращают внимание. Есть какие-то внутрипротестантские споры о деталях этого процесса. Но тем не менее... Протестантизм традиционный классический протестантизм он всегда выделяет вот этот вот момент перехода момент от состояния погибшего грешника до состояния дитя Божьего имеющего право на царство небесное имеющего надежду имеющего возможность быть с Богом имеющего возможность говорить о своем спасении вот этого вот перехода нет в православии Православная церковь не ожидает, не исповедует возможность такого перехода просто по той причине, что православные по-другому смотрят на спасение. Спасение для них это не прощение, во-первых, потому что нечего прощать. Во-вторых, спасение это не приобретение определенного в том числе и статуса, а спасение это самый конечный результат, когда человек достигает полного совершенства. У протестантов есть некоторый скачок. И потом жизнь вместе с Богом, которая, конечно же, предполагает и преображение человека, которая предполагает и нравственный выбор, которая предполагает также обретение совершенства. Но есть вот этот скачок и жизнь с Богом, у православных просто плавное, постепенное движение до тех пор, пока ты где-то там за порогом смерти не дойдешь до нужного состояния. И наличие у протестантов вот этого скачка в каком-то смысле их освобождает от необходимости наполнять свою жизнь многочисленными второстепенными средствами, веры в Бога, отношений со Христом, действия Святого Духа и церковной жизни, общинной церковной жизни с протестантской точки зрения достаточно для того, чтобы продолжать оставшийся путь. Понятно, что иногда протестанты, может быть, упрощают ситуацию и так увлекаются этой простотой, что отказываются и от церковного наследия, и от какого-то глубокого богословского осмысления и от труда. Но, тем не менее, у них все-таки есть вот этот вот переход. И есть основания для уверенности, для надежды, для радости после этого перехода. Православные, ну так уж исторически сложилось, такой богословский выбор был сделан. Лишенные этого перехода наполняют свою жизнь многими-многими вспомогательными средствами. Церковь, церковные таинства, святые, мощи и многочисленные другие вспомогательные средства, чтобы дойти и не потеряться на этом пути. И вот здесь, в этом различии, наверное, самая сердцевина того, почему православный и протестантский путь расходятся – Uh, является ли тот или иной выбор катастрофическим для духовной жизни? Потому что протестанты время от времени любят задавать вопрос, ну хорошо, если православные так, с, сущностно по-другому uh, понимают спасение, если они не надеются на особое отношение с Богом, а просто вот карабкаются по этому пути освящения, то можем ли мы назвать православных христианами? Здесь нам просто стоит напомнить самим себе, что христианином человек становится благодаря своему отношению к Христу и благодаря вере во Христа. В принципе, хотя уверенность в спасении является нормальным элементом протестантской веры, но и в протестантизме, там в вестминстерском исповедании утверждается, что не обязательно спасенность сопровождается уверенностью спасения, хотя это было бы и нормативным состоянием. Поэтому православный человек при искреннем отношении к Богу, при покаянии перед Богом, тем не менее, может быть возрожденные, я думаю, мы с полным правом можем сказать, что в православной церкви, ну, вот как в структуре, как в организации, есть возрожденные люди. И будучи возрожденными, они живут духовной жизнью являют являются многие плоды духовной жизни, многие плоды того, что действительно Дух Божий действует в их сердце. И если мы таким образом описываем ситуацию, если мы говорим, что ладно, у нас разные модели, но все-таки здесь можно возродиться и жить христианской жизнью, и здесь можно возродиться и жить христианской жизнью, то тогда нам надо задать себе еще вопрос. А не все ли равно тогда, являюсь ли я протестантом или православным? Есть ли какие-то причины, по которым я как протестант выбираю протестантизм и отказываюсь от православия? И теперь, как протестант, я назову несколько причин, которые я считаю серьезными, которыми я считаю важными, ну, по крайней мере, для моего личного выбора в этой сфере. Первая причина. Православное богословие не соответствует историко-грамматическому смыслу священного писания. В чем важность этого? И почему я на это обращаю внимание? Дело в том, что принимая православную точку зрения на богословие, на христианскую жизнь, на спасение, я вынужден многократно отказываться от буквального, от естественного смысла тех или иных библейских текстов. И мы с вами некоторые такие тексты затрагивали. Может быть, вспомните самый яркий пример. Это тексты, говорящие об отношении Бога к человеку, когда библейские тексты говорят и о гневе Божьем, и о радости Божьей. А я вынужден перетолковывать эти тексты и говорить, что это может быть педагогика, это может быть вот не совсем правда, вот это может быть для людей примитивных и так далее. Я вынужден все время отказываться от буквального. Богодухно, значение богодухновенного текста просто на основании того, что, во что я верю, просто на основании того, что я принял из других и, на мой взгляд, гораздо менее обоснованных источников. Поэтому вот такое вот создание внутреннего противоречия, пусть не переживаемое православными как противоречие, но мной это переживается как противоречие, когда с одной стороны есть и естественный историко-грамматический смысл данного Богом текста, а с другой стороны есть какие-то утверждения, не соответствующие этому тексту. И я постоянно вынужден заниматься эзигетикой, постоянно вынужден втискивать в этот текст, особенно в сатириологический тексты, какое-то, в общем-то, чуждое им значение, это смущающий момент, и это побуждает меня избирать протестантский, а не православный подход к чтению Библии, ну и, соответственно, протестантизм, а не православие. Второй момент, который мне кажется ну достаточно значимым, заключается вот в чем. Если я последовательно применяю православный взгляд на церковь и на спасение, если я действительно исхожу из православной точки зрения на то, что такое христианство и то, что такое спасение, то я вынужден буду заявить, что все люди за пределами официальной православной церкви – люди погибшие. Что на самом деле большая часть христианского мира Вовсе и не является христианским миром что вот не очень большая группа, не очень большой процент реального а, тех людей, которые претендуют на христианство. вот православная церковь, причем если говорить о России православная церковь, именно московской патриархии, а не какие-то другие православные церкви. вот только они и спасены только у них есть или даже не спасены только у них есть надежда на спасение, и то еще не гарантия, что они все спасутся, многие из них тоже погибнут. А весь остальной протестантский, католический мир, все, что за пределами этой очень небольшой группы людей, просто обречено. И все проявления веры, все проявления любви, все проявления жертвенности, все проявления посвященности Богу, которые демонстрирует христианский мир – эти проявления можно назвать только глупостью, никчемностью и ни к чему не приводящим действием. Интересно, что даже православные, например, когда сталкиваются с фактами гонений, которыми подвергаются христиане в мире, сталкиваются с мученичеством, которое есть в других конфессиях, говорят: вот христиан гонят и христиане мучаются. И здесь некоторая их внутренняя непоследовательность. Потому что если исходить из того, что потенциал к спасению есть только в православной церкви, и отделяющееся от нее сообщество не церковные, то нет смысла даже и говорить об остальном мире как о каком-то проявлении христианства. Но я вижу много христианского в остальном мире, и для меня стать православным э, ⁇ это принять какой-то очень нелогичный э, в этом отношении взгляд, очень странный взгляд на то, что же, собственно, такое христианство и как Бог в этом мире действует. Следующее смущающий меня как протестанта момент, который подталкивает меня к тому, чтобы все-таки, несмотря на большинство людей, окружающих меня, которые православные, настаивать на ценности протестантизма, это то, что в православии отношение с Богом превращено в чрезвычайно сложную и запутанную систему ритуалов. Вы помните, например, мы чуть-чуть говорили о некоторых элементах литургии, и теперь, с одной стороны, я вроде бы, если я буду православным, я должен буду признать, что благодаря сложным-сложным а, манипуляциям с хлебом, который режется, который протыкается, который переносится, с которым что-то происходит и так далее, а, вдруг в меня попадает а, действительно плоть Иисуса Христа. Я должен буду признать, что какое-то вещество с а, составом из десятков компонентов, из с процессом изготовления, занимающим несколько месяцев, сваренное где-то там патриархом московским, вдруг, если меня этим веществом помазали, помещает Духа Святого, Личность Бога внутри меня и так далее. Я вынужден буду признать, что Бог связал себя каким-то сложнейшим набором невероятно сложных процессов и при том это тот же самый Бог, который представляет очень простые отношения, отношения в духе истины с собой в Новом Завете, который, в общем-то, очень простую модель церковной жизни даровал первой церкви, насколько мы можем судить из Нового Завета и даже из произведений ранних отцов церкви, и здесь, конечно, есть для меня серьезное смущение. Еще один вопрос, который меня, как протестанта, смущает в православии, и мы недавно этого вопроса касались, это то, что в православии огромное количество элементов, легко провоцирующих языческое отношение. И иконы, и мощи, и многие подобные вещи. Я понимаю, что при определенной осторожности, наверное, они могут быть даже использованы с пользой, и в иконах есть определенная красота, и иконы э, могут в каких-то э, ситуациях вдохновлять, но тем не менее, когда человек с языческим настроем приходит в церковь, а множество людей именно с таким настроем приходят в церковь и сталкиваются с этими элементами, то они, этот человек, очень часто не усваивает разграничение между поклонением, почитанием или еще что-то. Он просто начинает использовать свечи, иконы и все остальное, как в банальных идолов. И вот в подобном поклонстве огромная масса людей проводит фактически всю свою религиозную жизнь и каких-то попыток, реальных, серьезных попыток вырваться за пределы этого идолопоклонства или вырвать людей из этого идолопоклонства не предпринимается. Еще один момент, который тоже смущает меня как протестанта, может быть, момент такой второстепенный, вторичный, но тем не менее православие оказывается в настоящее время чрезвычайно тесно связано с властными структурами, чрезвычайно тесно связано с крупным капиталом, чрезвычайно тесно связано с криминалом, национализмом и многими другими структурами, которые, скажем так, не демонстрируют явной приверженности христианству, христианским ценностям, но которые просто выгодны церкви как организации. Я понимаю, что у протестантов есть такое искушение, может быть, Благодаря нашей исторической судьбе мы в большей степени изолированы от всего этого. Но тем не менее, если говорить именно о православии в России, то здесь очень непростой выбор, очень непростой вопрос, насколько разумно связывать себя с той организацией, которая огромные усилия направляет на то, чтобы вот быть ближе к власти, быть ближе к капиталу, быть ближе к сильным мира сего. И иногда эти усилия заходят так далеко, что о Христе уже и трудно вспомнить. Да, православная церковь, ну, мы можем говорить о, о ее некой церковности, мы можем говорить о, о том, что там есть люди, верующие в Бога, посвященные Богу, возрожденные и живущие духовной жизнью, но есть и многие проблемы, которые, ну, на мой пусть протестантский взгляд, но не способствуют нормализации духовной жизни и поэтому будь то отношение к священному писанию будь то отношение к христианству где-то за пределами нашей страны будь то отношение к ритуалам будь то отношение к каким-то вот вспомогательным дополнительным придуманным людям средствам будь то отношение к месту церкви в обществе все это подталкивает меня к тому, чтобы думать о том, что протестантский выбор а, имеет серьезные, существенные преимущества. ТВ Семинарий – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу тв -семинария».